Вовремя оказать помощь пожилому человеку – непростая задача. Многие пенсионеры живут в одиночестве, им некому помочь в трудную минуту. А у них чаще, чем у других, возникают вопросы, на которые нужны ответы специалистов. Вот если со мной случилось плохо, я одинокая женщина, ко мне, кому я буду звонить? Если соседям, а если ночью? А двери как я открою? Второй год при поддержке правительства в городе работает система защиты «Тревожная кнопка». Пожилому человеку достаточно нажать одну кнопку на телефонном аппарате, и он получит поддержку практически в любой сложной ситуации. Бесплатная услуга предоставляется инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, труженикам тыла, инвалидам первой группы, жителям блокадного Ленинграда первой группы инвалидности. Со временем планируется подключение и других категорий пожилых людей, поскольку система защиты «Тревожная кнопка» – это реальная помощь. Хорошо зарекомендовал себя, прежде всего потому, что пожилые люди увидели то, что называется ощущение реальной заботы, и, как нам кажется, люди увидели, насколько может быть доступным помощь. Помощь позвонившим оказывают квалифицированные практикующие врачи. Пожилые люди могут вызвать скорую помощь, узнать о показаниях и противопоказаниях в приеме лекарственных препаратов, получить рекомендации по поведению в сложных ситуациях бытового и социального характера, а также обратиться за психологической помощью. Работники центра ответят на любой волнующий вопрос. Проблемы одиночества, какого-то непонимания окружающих, когда никто не может или по какой-то причине не хочет помочь. И, конечно, тревожная кнопка, очень часто нам говорят о том, что мы очень рады, что у нас есть тревожная кнопка, и что мы чувствуем какую-то еще дополнительную степень защищенности и спокойнее. Даже если не пришлось вызывать какое-то время, то, по крайней мере, какой-то оберег. Для того, чтобы связаться с колл-центром, абоненту достаточно нажать любую кнопку с двойки по девятку. Все они запрограммированы на быстрый вызов оператора. Пожилые люди, как правило, с легкостью справляются с этой задачей. Те наши подопечные, которые ведут еще до сих пор активный образ жизни, то есть выходят на улицу, куда-то там ходят в магазины по своим делам, они это устройство могут брать с собой. То есть фактически мы обеспечиваем защиту, допустим, в каких-то экстренных ситуаций, не только в пределах дома, но также и на улице. Сейчас в Невском районе этой услугой пользуется порядка 350 человек, но абонентов могло бы быть и больше, если бы они знали о системе заботы. Сейчас существует возможность подключить 1000, а то и 1500 абонентов. На это уже выделены средства. Поэтому заинтересовавшимся нужно просто позвонить на телефон горячей линии 703-09-56 и договориться об установке тревожной кнопки.